В этом году не успели поставить шпалеру на крыжовнике. Посмотрите, что творится на сорте Грант. Не знаю, как вам показать, но, наверное, видно количество ягоды. И вот настолько тяжелая ветвь, хотя это его еще не полноценный размер. Он созревает в июле, уже начал окрашиваться. Ветки просто валятся, заваливаются под тяжестью ягоды. Вот, вот такой вот урожай. Тут все-все-все в ягоде. Обязательно нужно ставить опору. Ветки просто не выдерживают такой нагрузки.